здравствуйте, в эфире «Новый день». Исполнять свои мечты никогда не поздно, так решили в одном из театров Чебоксар и открыли школу для тех взрослых, которые с детства грезили играть на сцене. Так сложилось исторически. Театры в нашей стране создавались на основе студий, актерских школ, кружков единомышленников. Та же судьба постигла Чебоксарский художественный театр. 2 года назад его руководитель собрал вокруг себя любителей сцены. Многие прошли через мою актерскую школу, и сейчас они играют, достойно. И вот сейчас мы последние 2 года периодически объявляем набор. Базовый курс актерской игры могут пройти все желающие. Их учат владеть своими голосом и телом, чувствовать зал. Перед лучшими учениками открывается перспектива выходить на сцену наравне с другими актерами труппы. Однако прежде придется избавиться от стереотипов, связанных с профессией. Думал, научусь жестикуляции, научусь выражать свои эмоции. А получил то, что я теперь умею понимать слушателя, более комфортно чувствовать себя на сцене, чувствовать свое тело, ну и в принципе голос. Учит не только как себя вести, а именно правильно дышать, правильно говорить, правильно высказывать и показывать свои эмоции. Это, думаю, очень важно, потому что когда ты выходишь на сцену, ты думаешь, ну, актерское мастерство, сейчас придешь, там пару стихов и все прочее. А тут ты понимаешь то, что именно смотрит то, что у тебя в глубине, показывает, какой ты на самом деле. Для работы с будущими актерами здесь постарались подобрать разностороннюю команду. У нас есть и специалисты по речи, и специалисты по хореографии, и специалисты по вокалу. То есть мы пытаемся вокруг себя концентрировать людей, которым это интересно, которым это нужно, которые чувствуют в себе преподавательский талант и, конечно, по возможности профессионалов своего дела. Многие из слушателей курсов смогут попробовать себя и перед зрителем, например, участвуя в детских спектаклях. Если человек сумеет себя проявить, то и до серьезных ролей будет недалеко. Как сделать походы в тренажерный зал хорошей привычкой? Издание «Лайфхакер» подготовило несколько рекомендаций для тех, кто хочет добиться результата. Во-первых, необходимо правильно ставить цели. Нужно стремиться не сбросить или набрать вес, а поддержать здоровье и функциональность организма. Тогда красивая фигура станет лишь приятным бонусом к хорошему самочувствию. Во-вторых, необходимо создать расписание тренировок, это дисциплинирует. Кроме этого, не стоит спешить. Вес на штанге необходимо добавлять постепенно. Быстрый переход к тяжестям приведет к травмам, а не к результату. Кроме этого, рекомендуется вести дневник тренировок. Он поможет отслеживать прогресс и вычислять проблемные зоны. Самые любопытные спортивные состязания выходных в нашей традиционной афише. 12 и 13 мая в акватории Чебоксарского залива пройдут чемпионаты первенства республики по гребле на байдарках и каноэ. Начало состязаний в 10:00. А в Цивильске в эту субботу пройдет финал Кубка Чувашии по легкой атлетике. Торжественное открытие соревнований намечено на 11 часов. А у меня на этом все, ну а завтра будет новый день.